Привет всем, комрады, тех, кому это интересно, кому это близко, поздравляю с открытием регистрации на новый сезон 2018 года проекта «Бегом по Золотому кольцу». Предварительное расписание уже опубликовано, некоторое время действует регистрация со скидкой, смотрите на официальном сайте, ссылка в описании к видео. Как примерно проходят такие события, смотрите мое видео в углу, ссылочку. Как я понимаю, в этом году у нас добавилось два города, теперь их всего 12. Добавилось Тула и Коломна. Причем в Туле будет именно марафон. До этого марафон был только один – Александровские версты. Даже не знаю, с таким активным расписанием, смогу ли я посетить все или хотя бы три четверти. Но я попробую. По возможности с детьми, конечно. 1 мая, Тутаев. Почему он все еще называется Тутаев, не знаю. Возможно, исторически, возможно, город еще не допереименовали официально. Ну, в общем, кто бежит, с теми там увидимся. Между прочим, при оформлении за некоторое время до старта можно заказывать нанесение девиза на футболке. Так что, кто желает написать что-нибудь про мужское движение, у вас есть такая возможность. Так что, пора начинать тренироваться, бегать в довольно крутую горку. Потому что Тутаевская трасса очень серьезная. А этот подъем от реки, в прошлом году его пробегали, по-моему, 4 раза. Хотя, конечно, тут многое зависит от погоды. Но будем надеяться, если весна будет как в прошлом году, то уже с начала апреля можно будет тренироваться на улице. До того, пока на беговой дорожке. Ну а 1 мая отметим. Помните, today is the first day of the rest of your life. Сегодня первый день остатка вашей жизни. Всем удачи и физкульт-привет!